Проблемы пожилых людей стали рассматриваться на международном уровне всего лишь несколько лет назад, когда средний возраст населения земного шара заметно повысился. В начале 2000-х годов на Всемирной ассамблее в Мадриде был принят международный план действий, включающий обеспечение занятости пожилых людей, увеличение их доходов, улучшение медицинского и социального обслуживания. На российском Северном Кавказе, где особенно много долгожителей, у пенсионеров свой рецепт счастья. Это интерес к жизни и физическая выносливость. Из Дагестана репортаж нашего собственного корреспондента Амара Магомедова. Да, такой интерес тоже у меня не бывает. Разложив во дворе спортивный инвентарь, бабушка Сакина делает разминку. По очереди поднимает сначала легкую гирю, потяжелее, еще тяжелее. И, наконец, встает на доску с гвоздями, не упуская из рук 32-килограммовый снаряд. Для пожилого человека это почти сверхспособности. Движение надо. Мы старые, сидим, мы отдыхаем. Это не бывает. У меня в возрасте всегда такое положение было. Всегда железо, камень, дрова, мне разницы не было. Все подняли, все делали. Откуда в таком возрасте у Сакина Тамаровны столько сил, не могут ответить даже врачи. Она не числится в поликлинике, лекарства не принимает, не знает, что такое уколы. А в доказательство, что титул самой сильной бабушки в мире получила не случайно, она без подготовки, голыми руками скручивает стальной профиль. Этот указатель на въезде в Кизилюрт жители не только считают местной достопримечательностью, но даже называют визитной карточкой города. В это трудно поверить, но буквы из железных угольников собственноручно, буквально в бараний рог, скрутила Сакина Тханапиева. Каково же было удивление, когда горожане узнали, что в Кизилюрте сверхспособностями обладает еще один пожилой человек. Вот и здесь я занимаюсь. Абдурахман Зубутлинский имеет в виду не занятие спортом, а поднятие и перетаскивание тяжестей. Эти железобетонные блоки от 100 до 150 килограммов он поднимает зубами и с помощью пряди волос. Если смотреть на физическую силу, которую я имею на шее, зубах, челюсти, плечах, можно сказать, 35-40 лет. На свой 80-летний юбилей пенсионер установил новый мировой рекорд. Дагестанский силач протащил на десятки метров 126-тонный локомотив. Нет, не хватит. Пускай я иду. Не мешайте. Свои подвиги, говорит Абдурахман, он совершает не ради денег и славы, а для того, чтобы показать людям, на что способен человек в возрасте, который принято называть преклонным. Амар Магомедов, Игорь Малышев, Курбан Лабазанов и Милана Магомедова, Северокавказское бюро НТВ, Дагестан.